Друзья, всем привет! Добро пожаловать на очередной обзор каких-то работ. Сегодня тоже одна. Пользуясь случаем, за окном 7 марта, хочу поздравить всех женщин, девушек с наступающими праздниками, точнее праздником 8 марта. Пожелать вам любви, счастья, естественно, не безответной любви, чтобы она была взаимной. Счастья, успехов в жизни и всего-всего-всего здоровья, самое главное тоже. Еще одна новость, о которой я бы хотел сказать на этой неделе. Нас стало 500 в группе, 500 человек, за что каждому благодарен. Я уже писал об этом, скажу еще раз, за что каждому благодарен. Спасибо большое, что поддерживаете, подписываетесь, слушаете, комментируете, лайкаете, репостите, запиливаете в группы, скачивайте. За все спасибо большое. Спасибо, что вы со мной. Друзья, неделя была короткая, то есть 3 рабочих дня. Но тем не менее, в плане творчества она у меня получилась немножко никакой. Я слишком был занят на основной работе, где я зарабатываю деньги какие-то, чтобы жить, да. Так получилось, что у меня сейчас в работе даже уже 3 или 4, наверное, каких-то композиций. Одна из них — это с Dimitri Way, новый трек. Еще один трек я начинал писать. Теперь он превратился в ремикс, сейчас объясню почему. Ну, еще парочку там каких-то работ, которые пока не буду озвучивать. Начнем с Димы. Я ему уже говорил об этом, ты прекрасно знаешь, Дима, что пока почему-то вот у меня не рождается, нет какой-то идеи. Я, конечно, пытаюсь, работаю над ней, но вот бывает, либо осенило, либо нет. И вот пока нет, естественно, когда нет, я стараюсь браться за что-то другое. Друзья, еще забыл кое-что сказать, еще издалека вас подвести к тому, что о чем сейчас буду говорить. В начале недели вышел конкурс ремиксов на новый альбом Кати Чеховой, собственно, о котором вы все знаете. Ну, большинство, наверное, из вас знают, я его озвучивал тоже, я написал уже один ремикс. Точнее, я из нового альбома, все песни, они копились у них года 2, наверное, 3, я написал уже много этих ремиксов. Но вот именно как только-только он вышел, и что-то из свежайшего, я написал на одну песню в клубе «Погасли огни». Так вот, они сделали конкурс, устроили конкурс, и от одного конкурсанта можно выдавать не более 3 работ. Ну, естественно, у меня их уже накопилось. Слушайте, сколько я на Катю писал? 6-7 ремиксов, наверное, да? Я выложил 3 работы, 3 слова, мы вместе. Ну и в клубе вот «Погасли огни», новый который. Все, я выложил, думаю, ну почему я не могу быть участником? Да, 2 ремикса из них писались их года 2 назад. Но об этом ничего в условиях ничего не сказано, поэтому я подумал, что пускай будут. И вот, не за имением идей, я подумал записать свой новый трек на этой неделе. Время было, конечно, мало катастрофически, тем не менее начал. И пришел к следующему. Так, пишем мы уже 4 минуты, да? Начал я писать трек. Все бы вроде ничего. Я могу вам даже включить его примерно здесь. Я думаю, нормально слышно. Надеюсь. Все играет, конечно, классно и круто. И много я уже достаточно прописал. Но вот что-то, чего-то вот не хватает, и все. Что сделал я? Я зашел на конкурс Кати Чеховой и просто случайно посмотрел вокал других песен, но я уже не хотел писать ничего, но я посмотрел другой вокал, поискал у них. No комментариев, да, как говорится, no comments. Я буду любить тебя, даже если засыпет снегом, даже если это все зря, даже если на
тебя в сердце, я у тебя внутри. Ну вот он сразу лег сюда. Хочешь 33, но 4, 5, 6. В сердце копии у тебя есть. Копии есть, я у тебя в сердце, я у тебя внутри. Хочешь 33. Так вот, друзья, родился еще один ремикс. Я хочу, чтобы он был уже последним, если честно. Мне уже, я 2 дня назад себе сказал, что, наверное, уже хватит с Катей. Я уже на конкурс кинул 3 работы, которые принимаются максимум 3. Вот. Не знаю, что делать будем с этим. Но тем не менее, ну вот она пишется у меня, и все, я ничего не могу поделать. У меня идеи сразу откуда-то вот извне исходит, я пишу, и вот я уже его почти написал буквально за полдня, день, наверное, от силы. И я очень надеюсь, что я вам 8 числа выдам новый ремикс. Ну, если не получится, то 9, но я буду стараться, чтобы 8, ваш женский день, особенно как подарок женщинам, да, девушкам, постараюсь сделать такой сюрприз, подарок. Поэтому вот такие вот новости, друзья. Если понравилось, лайкайте, пишите, как вам звучание. Предварительно еще пока не готово, конечно. Подписывайтесь, добавляйтесь, друзья. Всех приму, всем рад. Спасибо, пока-пока.